Привет всем! Хочу показать вам один лайфхак, бьюти лайфхак, можно так сказать, как применять для красоты кофе. Вот я выпила кофе, у меня осталось вот эта гуща, кашица. Ее можно не выбрасывать, а применить в косметических целях. Я применяю ее как скраб. На лицо, на тело, на руки. Вот. У меня кофе крупного помола, у него такие довольно крупные частицы. Вот. Можно взять, добавить туда какие-то масла, эфирные масла, вот, по вашему желанию. Можно смешать, например, с гелем для душа и наносить на тело, или с гелем для умывания на лицо. Вот. Сейчас я вам покажу на руках. Нужно намочить руки, потом взять немного кофе и помассировать руки. Вот между пальцами. Он работает как скраб, отлично очищает кожу. Скрабирует. Также в кофе содержатся различные полезные эфирные масла, которые впитываются в кожу и ухаживают за ней. Помассировали. Теперь нужно это все смыть. Кожа рук стала гладкая, мягкая. Это хороший способ, мне кажется, быстрый и такой незатратный абсолютно способ привести свои руки, тело и лицо в порядок. Советую вам попробовать, кто еще не пробовал такой лайфхак. Вот. Без лишних затрат. Вот. Затем надо промокнуть руки полотенцем и нанести увлажняющий крем. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока-пока!